Здравствуйте, это прогноз погоды на мир Байкал в студии Дмитрий Анонов. Хотелось бы знать, какая сейчас погода в Монголии или Казахстане, но у меня для вас только прогноз погоды в Бурятии на пятницу 23 сентября. В ближайшие сутки по республике ожидается пасмурная погода, в течение дня будет небольшой дождь, ветер западный 2,4 метра в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 6, плюс 8, днем до плюс 9, плюс 11 градусов тепла. Температура воздуха по южным районам ночью плюс 8, плюс 11, днем максимальная температура плюс 21 градус. В Улан-Удэ ожидается также пасмурная погода. Ветер юго-западный, хотя хотелось бы, конечно, ветер перемен. 3,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20 градусов. А ночью ожидается небольшой дождь, так что окна и двери лучше не открывайте. Это был прогноз погоды на пятницу, 23 сентября. И помните, даже в самые грустные времена можно найти повод для радости, если не забывать обращаться к юмору.